Здрасте. Я тут обнаружил, что мы в прошлый раз не, не, не закончили еще доказательства. Сейчас надо таким образом начать с того, что закончить. Значит, напоминаю. Мне вообще к кто-нибудь. Да. Да. Ага, хорошо. Значит, вот о чем мы хотели доказать, но ну, не успели. У нас имеется схема глубины 2, составленная из пороговых элементов, вес которых не превосходит некоторого числа W. Глубины 2 – это означает, что вот пороговая схема, пороговый элемент – входами которого являются выходы других пороговых элементов, сколько их даже не важно, но ну, тут нарисовано, что их S штук, а важно только, что веса всех этих S плюс одного порогового элемента не превосходит W. И порог, входами этих пороговых элементов являются ну вот, входами пороговых элементов нижнего уровня является уже исходная переменная x1, xn, X1, Y1, Xn, Yn. И эта схема вычисляет предикат скалярного произведения IP от N переменных. И мы хотим доказать, что в такой ситуации, но если она правильно вычисляет, то W, то есть граница на вес, должна быть экспоненциальна. То есть хотя бы один пороговый элемент должен иметь экспоненциальный вес. И для этого у нас мы делаем следующее. Значит, сначала мы, первое, что мы делаем, это мы допускаем, преобразовываем схему следующим образом. Мы изменяем немножко саму схему так, чтобы порог у корневого элемента порог корневого элемента вот этого верхнего элемента верхнего элемента был равен нулю и чтобы вот когда вычисление происходит не бывало такого значит вот верхний элемент выдает единицу если сумма весов единичных входов больше либо равна нуля, и э, строго больше нуля, и ноль, если меньше либо равно нуля. Так вот, мы хотим, чтобы сумма никогда весов не равнялась точностью нулю. То всегда было, если он выдает единицу, то больше нуля, а если ноль, то меньше нуля. И это можно сделать за счет увеличения веса 4 раза максимального веса. Давайте считать, что это я заново объяснять не буду. Будем считать, что это мы уже сделали. Итак, шаг один. У нас стоит в том, что преобра... пре... верхний элемент преобразуется так: элемент пороговый преобразуется так, чтобы его порог так, чтобы его порог был равен нулю, равен нулю, и чтобы и суммы весов W на входах, на входах, всегда не равнялась нулю, то есть всегда была либо больше нуля, либо меньше нуля. А дальше мы делаем следующее. После этого мы уже вероятностный протокол сможем сделать. Да, и э, стоимость этого э, преобразования стоит в том, что при этом его вес увеличивается не более в 4, чем в 4 раза. А э, шаг 2 стоит в том, что... Теперь вот эту схему мы преобразуем в вероятностный протокол вычисления IP. Вычисление IP с общими случайными битами. И протокол этот заключается в следующем. Значит, сначала Алиса и Боб выбирают, используя общую случайность, один из элементов, входных элементов, вот который здесь на входе. Значит, вот этот протокол заключается в следующем. Выбирается Выбирается и от единицы до S. Случайным образом. Причем вероятность выбрать и. Какое-то конкретное равна абсолютная величине веса деленная на сумму всех абсолютных значений весов по всем К от единицы до с. Значит, тут надо посмотреть на схему, чтобы понять, что это за WI. Вот на входах, ну давайте ее нарисуем заново. Вот она схема у нас. Вот у нас пороговый элемент. И у него на проводках веса стоят. Это целые числа. W1, W2, WS. И вот эти числа, это значит веса на проводках, входящих в пороговый элемент, это и есть вот эти числа, которые влияют на вероятность. А здесь вот какие-то элементы, которые значит, выходы которых складываются с этими весами, чтобы вычислить результат работы схемы. Вот, значит, после этого выбираю, выбран один из этих элементов нижнего уровня. И дальше Алиса и Боб, значит, это первое. Второе, Алиса и Боб вычисляют выход этого элемента совместными усилиями. Значит, за счет того, что случайность у них общая, они выберут один и тот же элемент согласованно. Теперь Алиса и Боб вычисляют выход этого элемента. Ну, давайте этот элемент f обозначим, который в корне, а здесь f1, fn. f1, fs. Алиса и Боб вычисляют f и t, ну, от от, от, от исходных переменных. При этом, чтобы совместно вычислить, им, естественно, нужна коммуникация. Значит, сколько им нужна коммуникация? Боб должен передать Алисе суммарный вес своих переменных. Ну вот каждый из этих элементов он у него в свою очередь входит в проводки с какими-то весами, вот каких-то переменных. Ну, соответственно, нужно Алисе или Бобу вычислить свою часть суммы и передать, ну, Боб, допустим, вычисляет свою часть суммы и передает Алисе. После этого Алиса знает уже, к чему равна вся сумма, и э, тем самым они могут уже вдвоем сравнить ее с порогом этого элемента. Uh, и стоит это им. Uh, ну, а после этого uh, тот, кто уже узнал, к чему равна сумма, передает уже выход то есть один бит другому. И поэтому это стоит всего логарифм двоичной W, потому что и часть суммы, которую Алиса и Боб вычислит, она не превосходит, вот, ну, ее можно задать таким количеством битов. Ну, еще плюс один, чтобы передать результат. А, вот. Ну и, наконец, после того, как они это вычислили, они должны выдать окончательный результат. Значит, окончательный результат выдается, опять же, согласованно по следующему правилу. Если это равно нулю, если f и выдал ноль, то надо выдать просто случайный бит один и тот же ну то есть выдается единица и ноль с вероятностями 1 вторая вот а если он выдал, выдал единицу то действовать надо другим образом Значит, если f и выдал единицу, то надо выдать 1 или 0 в зависимости от знака дублевые, то выдается 1, если дубльвые положительно, и 0, если отрицательно. Вот. Теперь нам нужно понять, с какой вероятностью ошибки этот протокол вообще вычисляет то, что нужно. Ну, почему он вообще, у него вероятность ошибки будет меньше 1,2? Потому что, значит, вот смотрите, если значение функции IP от наших x, y равно единице, то нам известно, что сумма вот такая весов W по всем сработавшим элементам, то есть по всем и таким, что f и равно единице, она положительна. Ну, а положительное значит не меньше, чем единица. Вот здесь важно, что у нас... Вот. А, но это подруг... а иначе отрицательно. То есть не меньше минус единица. Та же самая сумма. Теперь мы выбираем Алиса и Боб выбирают каждый и с вероятностью пропорционально WI. и, то есть как бы каждый элемент будет выбираться с тем большей вероятностью, чем его вес. При этом сумма весов, ну вот если значение функции равно единице, то сумма абсолютных величин значит, сумма абсолютных величин вероятностей элементов, сумма абсолютных величин весов элементов, которые выдают единицу и положительное, у нас больше на единицу, чем аналогичная сумма для элементов, которые отрицательны. И у нас положительные элементы в этом случае, вот, у которых положительное, они как раз выдают единицу, а отрицательное выдают ноль. Поэтому единица имеет небольшое преимущество перед нулем. Теперь, если же будет выбран элемент, который не сработал, то есть который выдает ноль, то там вклад в отклонение вероятности от одной и второй вообще не происходит у нас этот элемент выдает 0 единицу с равными вероятностями. Получается небольшое отклонение вероятности в пользу единицы. То есть вероятность этой единицу будет чуть-чуть больше одной 2. То есть еще раз. Вот пусть предикат равен единице. Тогда вот выполнено это равенство. Тогда значит, иными словами, какова будет вероятность того, что э, Алиса и Боб выдадут единицу. Значит, вероятность того, что они выдадут единицу, это ведь будет э, за счет элементов, которые э, не сработали, это одна-вторая, но вот это одна, от этой одной-второй у нас будет немножко оттягиваться элементами, которые имеют отрицательный вес, и немножко оттягиваться и, и наоборот добавляться за счет элементов, которые имеют положительный вес. То есть вот эта одна-вторая будет увеличиваться на суммарную вероятность элементов, которые имеют положительный вес, и уменьшаться на суммарную вероятность элементов, которые имеют отрицательный вес. Но поскольку первая сумма больше, чем второй, отклонение будет от одной второй в сторону именно с плюсом. Но если посчитать аккуратно, то это отклонение будет единица делить на удвоенный, удвоенную сумму всех весов. давайте аккуратно это посчитаем. Вот скажем, в этом случае. Значит, вероятность того, что Алиса и Боб выдадут единицу. То есть протоколы выдает единицу дают единицу, значит это будет э, сумма весов элементов. Значит, давайте вот этот сумма всех весов элементов дубль ВК абсолютных величин обозначим через дубль В большое. Значит, э, тогда нужно сложить сумму всех весов элементов, которые положительны, разделить на W. И, значит, и, и, и здесь должны все сработать. Ну, нас интересуют только те элементы, которые сработали. То есть таких, что F и равно единице. И W и больше нуля. И еще плюс одна вторая умножить на сумму всех элементов, весов всех элементов, абсолютных величин. Здесь уже надо стать абсолютных величин, потому что здесь и положительные и отрицательные элементов, которые э, не сработали, то есть которые выдали ноль. Вот у нас в точности вероятность выдать единицу. Теперь дальше мы можем вот эту сумму переписать, ну, вот эта э, сумма вероятности не сработавших элементов, это все равно, что все W минус сумма вероятности сработавших. То есть вот эту вот сумму можно переписать теперь. Первую оставить как есть, а вторую написать как плюс 1, вторая на единица минус сумма все WI абсолютно величина а w по всем вообще сработавшим наоборот. То есть f равно единице. Значит, и таким образом, что же у нас в результате получится? Вот это одна вторая мы вынесем, вынесем. Дальше у нас. Если элемент сработал, его вес положительным, то вот имеется вот одно слагаемое здесь плюсом, и одно слагаемое с минусом, но с коэффициентом 1 вторая. Поэтому вот эта сумма уменьшится вдвое за счет этого минуса. Будет 1,2 вторая на сумму wi на w по всем сработавшим элементам, которые имеют положительный вес. Значит, а остальные сработавшие элементы с отрицательным весом, они только сюда входят с минусом. И значит, будет минус 2. на сумму WI. Абсолютная величина здесь уже надо поставить. Разделить на W, опять же, по всем FI, которые сработали, но имеют отрицательный вес. Вот. Но, как учат в школе, если дубльвы и меньше нуля, то минус модуль WI, WI – это все равно, что просто WI. Поэтому вот эти две суммы вместе складываются в сумму всех вообще весов разделить на W. Значит, в результате мы получаем, что сумма всех весов сработавших элементов разделить на W с коэффициентом 1, 2. И значит, сумма всех сработавших, сумма весов всех сработавших элементов разделить на W. Ну и вот нам известно, что если IP равно единице, то вот эта сумма весов не меньше единицы. Да, еще я забыл плюс одну вторую. И тогда вот у нас одна вторая, к нему добавляется что-то положительное, ну а именно как минимум единица, делить на 2W. То есть это больше либо равно единице на 2W. Плюс одна вторая. Это если это равно единице. А иначе, если это равно нулю, то вот эта сумма, она наоборот меньше либо равно минус единице. Тогда вероятность выдать единица будет меньше либо равно 1 вторая минус единица на 20 W. Таким образом, мы получаем, что у нас отклонение в нужную сторону от одной второй и величина отклонения единица на 2 W. То есть получается, что наш протокол, вероятность ошибки протокола не больше, чем 1 вторая минус единица на 2 умножить на вес. Но если вспомнить, что вес мы предварительно увеличили в 4 раза, то будет 2 на 4 W, исходная W. То есть единица на 2 минус единица на 8 W. Ну вот, а я напомню, что мы знаем, что вообще-то, сейчас здесь написано, то, э, значит э, минимальная высота протокола, которая вычисляется ошибкой ε, не меньше 1, вторая плюс двоичный логарифм единицы минус 2 ε. Значит, в нашем случае мы получаем, что наш протокол, который имеет высоту логарифм W плюс 1, значит, вот эта высота должна быть больше либо равна n пополам плюс логарифм двоичной на 1 минус удвоенная вероятность ошибки. Ну, то есть 1 минус 2 на 1 вторая минус 1 на 8 W. Ну, то есть это равняется n пополам плюс логарифм на единице на 8 W. Ну, иными словами, мы получаем, смотрите, что, что 2 логарифма W плюс еще 4 больше, n пополам. Ну, потому что мы переносим вот это в левую часть, в результате у нас получается логарифм W плюс 3 еще. Ну, и тут был логарифм W, у нас получается вот так. То есть, иными словами, Получается логарифм W не меньше, чем n на 4, ну и минус 2. Вот у нас окончательная оценка на вес. То есть логарифм веса не может быть меньше n на 4 минус 2. Ну вот я вроде так и написал, что мы собирались доказать, что вес... Не меньше, чем омега -атта. Конкретно n 4 минус 2. Сейчас, но я вижу, что я совсем утомил вас. Есть ли какие-нибудь вопросы? Там, когда рассуждение про модуль было, там была сумма по f и t равно нулю. А потом, да, вот внизу, а потом у нас только f и t равно единице осталось. Как оно преобразовалось? Сейчас объясню. Вот, вот эта сумма вероятности всех элементов, которые не сработали, это то же самое, что единица минус сумма вероятности всех элементов, которые сработали. Мы перешли от элементов, которые не сработали, к элементам, которые сработали. Поэтому они у нас пропали, видите? Нас а, все... тогда на следующей строчке надо написать тоже, получается, обе суммы будут F и T равно единице. Да, да, да. Но тогда вот непонятно, здесь... почему одна вторая остается. Если они одинаковые и они сложатся, они же будут одна штука. Значит, вот, вот, это, вот это понятно, вот почему так получилось? Да. Вот это. Да. Но теперь понятно, смотрите. Здесь э, суммируются абсолютные величины э, весов, которые меньше нуля. Но здесь еще минус. Поэтому можно просто вместо этого написать просто WI, но уже с плюсом. Потому что это же отрицательное. Здесь стоит сумма WI на W, а здесь сумма минус абсолютная величина WI, тоже делить на W. Но при этом здесь только сумма по тем элементам, сработавшим, у которых веса отрицательная. Поэтому это то же самое, что просто просуммировать веса всех сработавших элементов. Понятно. То есть наш протокол устроен так, что вероятность того, что она выдает единицу, это одна вторая плюс сумма всех весов сработавших элементов разделить на сумму абсолютных величин всех весов. Вот. Ну вот, а почему да, она больше либо равна единице? Она либо больше либо равна единице, вот эта сумма, либо меньше, либо равна минус единице. И она больше, либо равна единице, если схема выдала единицу исходная, то есть она она вычисляет скалярное произведение, значит, если скалярное произведение равно единице, то сумма всех весов больше либо равна единице, а если скалярное произведение равно нулю, то сумма всех весов меньше либо равна минус единице. Поэтому вот эта часть она отклоняется от единицы либо вверх, либо вниз, в зависимости от скалярного произведения. То есть я написал случай, когда она отклоняется вверх. А второй случай, это когда она отклоняется вниз. Это когда скалярное произведение равно минус единице. А мы вот W в знаменателе то с модулем писали, то без модуля. Она везде с модулем или? W большое, оно всегда с модулем. Это сумма всех модулей у нас всегда. А, вот. То есть к нему можно не писать модуль? Нет, можно она... не писать. Это я зря писал, когда писал. Вот здесь вот можно стереть на самом деле. Вот здесь. Вот, давайте теперь, значит, остаток всех наших занятий будет посвящен применению коммуникационной сложности для оценки глубины формул. Значит, оценки глубины формул. Формулы у нас будут такие. Они будут содержать конъюнкцию, дизъюнкцию и, возможно, еще отрицание. Ну, так называемый байс деморгана. Ну сейчас я нарисую вот пример формулы. Формулу удобно изображать как дерево. Вот, допустим, конъюнкция, дизъюнкция, там x1, x2, x1. Значит, а по-другому это можно написать так: x1 конъюнкция x2 или x1. Вот это то, что мы называем формула. Формула, когда с отрицаниями мы считаем, что еще может быть отрицание, но отрицание давайте считать, что только к переменным может применяться. Тут с помощью законов деморгана всегда можно отрицание к переменным прокинуть. То есть можно считать, что некоторые переменные просто с отрицанием. Ну или проще, это наглядней чертой изображать отрицание. скажем вот так вот значит вот это вот такая формула значит мы будем рассматривать так называемые монотонные формулы и формулы монотонные это без отрицания Понятно, что такие формулы могут зачислять только монотонные функции. То есть мы говорим, что функция монотонна. И f от каких-то переменных. От n булевских переменных. Монотонно. если из того, что x больше равно y покомпонентно, это означает компонентное равенство, следует, что f от x больше равно f от y. И нас интересует глубина. Значит, что такое глубина формула? Это просто вот максимальная длина вот корня к листу, вот. здесь глубина равна 2, этой формулы. И через d от какой-то более функции мы назовем минимальную глубину формулы для вычисления этой функции. Вот, и наша такая глобальная цель – применить коммуникационную сложность для получения нижних оценок вот на ДАТФ. То есть мы для какой-то интересной функции докажем, что ДАТФ должно быть достаточно большое. Ну, там порядка логарифмов в квадрате количество переменных этой функции. Это совсем непростая вещь, доказывать такие оценки, поэтому очень-то хорошо, что коммуникационная сложность здесь может как-то помочь. И еще мы также ведем логичное понятие с индексом m, вверху m от слова монотонной. Это минимальная глубина монотонной формулы, то есть без отрицания. Значит, то же самое, только монотонная формула. Минимальная глубина монотонной формулы для вычисления. То есть без острицания. Получается, для монотонных функций мы можем и то, и то сделать, а для немонотонных функции только первую можно. Почитать. Да, для немонотонных функций это вообще равна бесконечности, можно считать, потому что вообще нету. Таких формул. Ну и вообще не применять для немонотонных. Да, а второе осмысленно только для монотонных. Все верно. Вот. Теперь какая связь с коммуникационной сложностью? Нам вот до сих пор мы считали, что коммуникационная сложность определена для функций. А нам сейчас понадобится так, понятие многозначной функции или то же самое по-другому это Отношения Вот отношения, Это некоторое подмножество, нас будут интересовать подмножество до карты определения x на y на z И нас будут интересовать только всюду определенные отношения. Говорят, что r сюда определено. это Для каждой пары x, y существует хотя бы одно z, при котором тройка x, y, z принадлежит r. Еще определение r сюда определено. Если для всех x, y из x умножить на y. Существует такое z. для которого тройка x, y, z принадлежит r. Ну вот, с каждой функцией f, которая значит, отображает x, y, z, можно Ей сопоставить отношения, которые, как говорят, ее графика является. Значит, график f. f. это просто множество троек вида x, y, f от x, y. Значит, это будет сюда определенное отношение. Таких, что x, y принадлежит x умножить на y. Вот. Ну, а если отношение просто сюда определено, ну, для некоторых x, y может быть много таких z, то тогда это, конечно, не будет графиком функция, но это будет, так сказать, график многозначной функции. То есть многозначная функция – это когда для каких-то пар x, y может быть несколько значений, но всегда должно быть хотя бы одно. Вот. Значит, отношения, ну, как вам больше нравится, можете говорить, там, многозначная функция, но нас интересует всюду определенное отношение, то есть сюда определенная многозначная функция. Теперь, вот как определяется коммуникационная сложность отношений? Вот точно так же, как и раньше, то есть мы говорим, что это минимальная глубина протокола для вычисления этого отношения, а мы считаем, что протокол вычисляет отношения, если пометка листа обладает нужным свойством, то есть что она является одним из возможных значений функции на данной тройке, на данной входной паре. То есть мы говорим. Определение, что протокол. Да, мы только сейчас будем рассматривать детерминированные протоколы. Других не будем. Детерминированные. Ну, давайте пиво обозначим. Вычисляет R. Значит, если для всех в пар... то, что протокол выдал, то есть пометку листа, которые получится, если запустить вычисление, вместе с парой xy принадлежит отношению. То есть это одно из возможных значений этой многозначной функции. Значит, вот такая тройка x, y и 5 от x, y. Пинджитер. Вот, ну это самое такое прямое обобщение. Теперь нас будет интересовать, для того чтобы связать это с эмоциональной сложностью, с глубиной формул, отношения очень определенного вида. Они называются отношения Карчмера и Вигдерсона. Значит, пусть у нас дает, дается какая-то булевая функция. Значит, пусть f это булевая функция. Вот с ней связано такое отношение, которое обозначается. КВ, это от слова Кашмир Викдерсон, с индексом F. Значит, вот это отношение определяется так. Значит, x для него – это те строки длины n, на которых функция равна единице, нулю. То есть это, кратко говоря, f минус 1 от нуля. То есть это множество всех x из 01 в степени n, на которых функция равна нулю. Заметим, что f это функция не на парах, а просто на строках длины n. y это f минус 1 от единицы. То есть это множество всех строк, на которых, наоборот, функция равна единице. А само отношение состоит из тех троек x, y и i, для которых и ты значит давайте пусть сначала эта функция давайте я определю, да извиняюсь для которого x и отличается от y значит само отношение картьмера вигдерсона состоит из всех тех пар значит x y значит принадлежащего x умножить на y умножить на индекс от единицы до n, для которых и t бит x отличается, давайте я напишу лучше, более привычно, x не равно y. Ну, давайте прежде всего поймем, почему это отношение всюду определено. Сейчас, а не нужно ли нам перерыв сделать? Как раз нужно. Давай сейчас перерыв сделаем на пять минут. Значит, смотрите, как это надо понимать. Вот нам надо будет потом коммуникационную сложность, мы будем рассматривать коммуникационную сложность этого отношения. Значит, что это значит? Ну, наименьшую глубину протокола, который вычисляет это отношение. Что значит, что протокол вычисляет это отношение? Это значит, что Алиса получает у себя на вход некоторое значение булевая функция, аргумент булевой функции, на котором функция равна нулю, а алиса, боб получает себе y, это некоторый аргумент функции, на котором функция равна единице, что гарантирует, что у нее какие-то, что x не равно y. Значит, если x не равно y, то у них есть различающий бит. И алиса с бобом должна отыскать совместными усилиями любой номер бита, который отличный у x и y. Вот в чем смысл этого отношения. Ну и такой бит заведомо существует. Потому что, повторяю, у Алисы с Бобом имеют гарантию, что у них входы различаются из-за того, что э, их различает значение функции. А тем самым это всюду определенное отношение. Такой и заведомо найдется. Ну, Давайте какой-нибудь пример. Вот пусть наша функция – это конъюнкция, допустим, первой переменной z1 и отрицание второй. Тогда у Боба могут быть такие входы, значит, у, у, у Алисы, когда функция равна нулю, значит, да, отрицание z2, когда либо z1 равно нулю, то есть первая переменная нулевая, либо вторая единичная. То есть у Алисы три возможности. Либо первая равна нулю, это 0001 либо вторая равно единице. То есть это 0,1 или 1,1. Вот три входа. Ну, а у Боба все оставшиеся. То есть осталось только 1,0. Это единственный набор значений переменных, на которых функция равна, наоборот, единице. Отношение, а отношения, значит, будет состоять из таких троек. Значит, Алиса может получить одну из этих, а поп одну только, только такой, y, других у нее не бывает. Значит, отношение для этой функции будет такое. Оно состоит из троек. Значит, 0-0, 1-0. И здесь только правильным ответом будет один, потому что отличающий будет только один. Дальше 0, 1, 1, 0. И здесь будет два правильных ответа. Это 1 и 2. То есть еще надо добавить тройку 0, 1, 1, 0 и 2. И, наконец, третья возможная входная пара это 1, 1 и 10. Здесь будет правильно ответом только 2. То есть наша многозначная функция отображает 00 0 и 10 в единичку, 0 1 и 10 она отображает и в единичку и в двойку, 1 1 и 10 в двойку Вопрос. Чему равна конъюнкционная сложность, у нас только это отношение. Сколько нужно, сколькими битами нужно Алисы и Бобы обменяться, чтобы узнать, найти такое И? Ну, кто-нибудь, два своих бита пошлет другому, другой. То есть дву, двум двум. А, на самом деле единички. Как послав только один бит, можно найти такой. Ну, можно первый Но, отправить, первый? Да. а можно первый отправить, если первый бит не равен, то можно сразу ответ сказать. А если равен, то тоже можно сразу ответ сказать. Второй значит не равен. Алиса посылает Бобу просто первый бит своего входа, да? Если первый бит ее входа равен нулю, то Боб уже знает и Алиса знает, что у них э, различия в первом месте. Почему Боб знает? Потому что у Боба первая бит равен единиц только может быть. Почему Алиса знает? Потому что Алиса знает, что тоже, что Боба первая бит единица. Значит, э, если она послала один, э, то значит, у Алисы, э, ну ее первая бит один, э, то значит у нее 1-1, ну и а у Боба только 1-0. И значит, оба знают, что различие во втором бите. То есть можно просто посылкой первого бита все сделать. Теперь ясно, что вообще без коммуникации решить эту задачу невозможно, потому что ответов здесь универсального нету годящегося. Иногда только один годится, иногда только два годится. Поэтому какая-то коммуникация. Коммуникация все-таки нужна. Вот. Поэтому значит, сложность коммуникационная здесь равна единице, а не двойке. Вот. Теперь нам нужен аналог этого отношения для монотонных функций. Значит, пусть f монотонна. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, можно определить и не обязательно для монотонной, но там будет просто не всюду определенное отношение. Тогда определяется, давайте его, чтобы отличить от предыдущего, букву М поставим вверху, определяется точно так же, только ну, разница будет в следующем. Это состоит из всех троек x, y и для которых у Алисы, а, и ты бит равен нулю, по-моему, а, единица, а у Боба ноль, вот так. Y это равно нулю. сейчас, или наоборот? Сейчас разберемся, наоборот, или нет. Нам нужно доказать, что это отношение всюду определено. Вот для немонотонных оно не обязательно всюду определено, а на монотонных всюду определено. Значит, вообще это вот часть, как видно, и, и, из предыдущего отношения, то есть просто по множеству. Потому что раньше мы Включали только такие, для которых x и не равно, y и. А здесь уточнено, как именно должно быть не равно. У Алисы должна быть единичка, у Бубы ноль. Теперь, почему это сюда определенное отношение? Значит, почему kf м сюда определено? Значит, допустим иначе. То есть, допустим, существуют такие x, y, для которых, ну, при этом f от x равно нулю, то есть, а f от y равно единице, то есть, x это алисин вход, а y это вход Боба. И при этом, и при этом такого не бывает. А что значит такого не бывает? Это значит, что у Алисы всегда вход меньше, чем у Боба. Меньше или правильно, чем у Боба. То есть если у Алисы единица, то и у Боба обязательно единица. По-другому. Для всех и единицы даем. Скажите, как отсюда противоречие извлечь? Нет, противоречия не вижу я сейчас. Нет противоречия, да. Наоборот, значит, нужно здесь поставить 0, а здесь один, чтобы получилось противоречие. Значит, у Алисы должен быть единиц, 0, а у Боба единица. Вот. И давайте теперь вот с измененным определением. Допустим, существуют такие x, y, x вход Алисы, то есть f от x равно нулю, y вход Боба, то есть f от y равно единице. И вот это неверно для всех и. То есть x y, наоборот больше равно y для всех и. Теперь посмотрите внимательно, почему противоречие это дает. Потому что f монотонно. f монотонно. Значит, раз x и больше равно y для всех и, это означает, что x больше равно y. По монотонности отсюда следует, что f от x должно быть больше равно f от y. А у нас это неправда, потому что f от x равно нулю, а f от x равно единице. Это противоречие. Вот. Тем самым для монотонных функций это сюда определенное отношение, а для немонотонных не всюду определенное. А это нам не интересно. Мы не хотим связываться с не всюду определенным отношением. Поэтому мы рассматриваем второе отношение вот с индексом только для монотонных. Вот опять пример какой-нибудь давайте монотонную возьмем функцию. Пусть f это, скажем, конъюнкция x и y. Тогда x состоит из всех, где она равна нулю, это 0, 0, 0, 1, 1, 0. y состоит из всех, где она равна единице, то есть это только одна. Значит, в x умножить на y будет три пары, Отношение, значит, уже монотонное РМ, то есть карчмер вигдерсон КВВ, состоит из таких пар, значит, 0-0, 1-1. Здесь оба ответа будут правильные, то есть и 1, и 2. Значит, у Алисы должно быть 0, а у Боба единица. И, и первый индекс, и второй годятся. А значит, а если 0, 1, 1, 1, только первый годится. А если 1, 0, 1, 1, только второй. Ну, очень похоже на предыдущий пример. И детерминированная сложность коммуникационная, это отношение, она тоже равна единице. Ну, как можно сказать? Значит, Алиса, у Алисы хотя бы один бит нулевой, и она посылает Богу номер своего нулевого бита. Ну, например, можно считать, что она опять первый бит посылает. Значит, если у нее 0,0 или 0,1 она посылает 0, а иначе она посылает единицу. И Боб после этого знает, какой бит у Алисы нулевой, и они выдают просто вот номер посланного бита Алис. Ну, вот этот, они оба знают этот бит. У Боба оба, оба, оба биты единичные, поэтому чтобы им значит, выдать правильный ответ, надо просто знать какой у Алисы бит имеет равен нулю. А Теперь вот при чем здесь глубина формул. Оказывается, с такая теорема, что наименьшая глубина формулы для вычисления F. Это то же самое, что детерминированная коммуникационная сложность отношения К, в f Причем, что интересно, что в точности не из не какой-то там, не приблизительно, а в точности. И э, то же самое верно для монотонных формул и для монотонных функций. Значит, если э, функция монотонная, то тогда. Э, наименьшая глубина монотонной формы для вычисления этой функции, это то же самое, что коммуникационная сложность уже монотонного отношения к аршмеру и Но второе, естественно, верно для монотонных функций только, а первое всегда. Ну, потому что второе вообще имеет смысл и то, и другое только для монотонных функций. Таким образом, мы вот сейчас докажем эту теорему, а потом мы возьмем какую-нибудь функцию, для которой мы хотим узнать, ну, доказать, что нет формул малой глубины для их вычисления. Мы построим отношение Каршмера и Викдерсона для соответствующей функции и оценим снизу его коммуникационную сложность. Правда, к сожалению, у нас не всегда удастся применить некоторые известные оценки для коммуникационной сложности. Иногда ну, в одном примере удастся, а в другом придется, так сказать, с нуля доказывать. Но не страшно. Вот, но прежде, конечно, нужно доказать эту теорему. Давайте вот это я назову пунктом 1, а это пунктом 2. Мы сначала докажем, докажем пункт 2, его чуть проще доказать. Наверное, успеем как раз до конца. Доказательства для монотонной функции. То есть мы доказываем два, которые только для монотонных функций. Доказательство два для монотонных функций. Ну, нам в сущности нужно две вещи доказать. Нам нужно объяснить, как формулы формула преобразовывать в протоколы коммуникационные назад. Значит, вот давайте первое. Это формула в протоколы. Значит, что нам надо доказать? Что вот пусть есть формула какой-то глубины d для данной функции, тогда есть протокол глубины d для соответствующего отношения Каршмер-Викторсон. Значит, вот нарисуем какую-нибудь формулу. тогда соответствующий протокол будет выглядеть очень просто. Мы вершина, где конъюнкция, мы просто вот дерево протокола будет устроено точно так же. Мы просто это дерево скопируем. Но, естественно, элементы конъюнкции дизъюнкция надо заменить на что-то. Там, где была конъюнкция, мы решим, что там Алиса посылает бит. А где была дизъюнкция, там Боб будет посылать бит. А теперь какой именно бит посылать, это мы потом скажем. То есть какие именно функции здесь надо ставить, это потом скажем. А вот как размечать листья, это очень просто сказать. Номера переменных мы вот просто сохраним. Вот если здесь написано было Z1, мы поставим 1. Это как раз разрешенный ответ. Было Z2 и поставим 2. Было Z3 и поставили Z3. Теперь у нас формула, у нас все монотонная, функция монотонная, формула монотонная. То есть никаких отрицаний нету, поэтому у нас как бы э, их просто нету, и информация про отрицание, о ней не нужно сейчас думать. Теперь надо объяснить еще, какие функции. Как, собственно, использовать такое дерево, Боб и Алиса будут вычислять. Правило довольно простое. Они хотят э, вот, э, посылать биты надо так, чтобы сохранить следующий инвариант. Э, инвариант стоит в следующем. Э, вот Пусть текущие вершины протокола вершине в левом дереве сопоставлена формула вершине в левом дереве соответствует формула, ну, давайте ее назовем φ, значит, каждой вершине соответствует некоторая формула, вот в нашей исходной формуле. Ну, вот, например, этой вершине соответствует формула z2 или z3, а этой вершине формула z1 и z2 или z3, вот. А в правом дереве прямоугольник. прямоугольник А на В. Тогда фи, суженный на то есть на всех элементах А, она должна принимать значение 0, а фи на всех элементах из Б должна принимать значение единицы. Вот. И этот вариант изначально выполнен. Значит, изначально, когда начинается вычисление, фишка находится. Ну, я имею в виду вычисление вот в это, по этому протоколу, фишка находится в корне, и корню соответствует прямоугольник, сопоставленный из всех пар возможных X, Y. И у нас есть гарантия, что вот эта формула вычисляет нашу функцию исходную f. Значит, формула исходная, которая дана, она вычисляет f. А f, суженная на x, равна нулю, потому что алисе даются только входы, у которых функция равна нулю. А суженная на y равно единице. Поэтому вот исходная вот эта формула, поскольку она вычисляет функцию f, она как раз удовлетворяет инварианту. То есть в начале вычисления по нашему протоколу инвариант выполнен. Теперь нам нужно понять, какие биты посылают Алиса и Боб, так чтобы сохранять этот инвариант. Ну вот пусть текущее вершине у нас стоит конъюнкция, ну в левом дереве. Тогда нам инвариант говорит, что да. И то есть наша... Значит, надо рассмотреть два случая, чтобы для сохранения инварианта. Когда в текущей вершине стоит конъюнкция, то есть текущая э, вершина э, э, в правом дереве... Ну, то есть формула, вычисляемая в этой вершине, это конъюнкция двух формул φ1 φ2, а в дереве протокола там стоит, ну, там буква А, то есть там Алиса посылает Значит, у нас что говорит инвариант? То Фи, суженное на А, тождественно равно ну, а, а на Б это прямоугольник, который сопоставлен в протоколе. Этой вершине. Значит, фи суженное на а у нас равно нулю, но конъюнкция суженная, конъюнкция равна нулю, если либо первое равно нулю, либо второго, ну, и либо одновременно. Вот Алиса должна сообщить Бобу, какой из двух случаев имеет место. То есть она должна послать 0, если φ1 равно нулю, а иначе должна послать единицу. Значит, тогда Алиса посылает 0, если φ1 от x равно 0. И единица иначе. То есть в смысле прямоугольников происходит следующее. Вот у нас было прямоугольник А на Б, Алиса А делит на А1 и А2. И у нас сохраняется то, что нужно. Значит, на А1, А1 – это та часть А, для которой φ1 равно нулю. То есть φ1, суженное на А1, у нас будет равно 0, а Фи2, суженное на А2, будет тоже равно нулю. Значит, Почему? Потому что на А2 Фи1, на всех элементах из А2, Фи1 равно единице. Значит, Фи2 должно быть равно нулю, потому что Фи, суженное на все А2, у нас было ноль. Вот, а поэтому инвариант сохранится. Но b у нас не изменилось, поэтому э -э -э, там вот вторая часть инварианта испортиться никак не могла, а первая сохранилась. Тем, второй случай. Это был первый случай, а второй случай это когда фи в дереве формула. Стоит дизъюнкция, то есть наша формула это дизъюнкция двух формул Ф1 или Ф2. Тогда наоборот, в протоколе, эта соответствующая вершина помечена Б-буквой, то есть Боб посылает. Ну и Боб посылает следующее: Боб посылает ноль. если φ1 от его входа y равно единице и единица посылает иначе. То есть, иными словами, у нас есть гарантия, что φ1 или φ2, суженные на b, равно единице. Ну, значит, для любой любого y из b, либо φ1 равно единице, либо φ2. И Боб посылает, какой из двух случаев имеет место. И картинка теперь будет такая. Вот наоборот, этот прямоугольник уже делится так. Вот было b, все. Вот оно разделилось на части b1 и b2. b1 состоит из всех частей из всех у на которых значит, φ1 равно единице, поэтому φ1 над B, суженное на B равно единице, а на остатке, где B2 состоит из тех у из B, для которых φ1 равно нулю, ну то φ2 равно единице. Поэтому φ2, суженное на Значит, φ1 сужен на b1 равно единице, а φ2 сужено на b2 равно единице. Таким образом, инвариант, вторая часть инварианта у нас не испортилась, а первая часть не могла испортиться, потому что а не менялось. Оно как было, так и осталось. Вот. Вот я объяснил, что именно надо посылать в с этим деревом. И осталось только объяснить, почему ответы будут правильные? То есть то, что тут помечено, то это правильные результаты. Ну, смотрите, инвариант будет выполнен и для листиков. Значит, то есть, вот, допустим, рассмотрим вот этот лист. Э, э, лист. Ему соответствует какой-то прямоугольный К на Б. При этом у нас есть гарантия, наш инвариант говорит, что вот это переменная Z3. Она суженная на А всегда равна нулю, а суженная на Б она всегда равна единице. То есть что это реально означает? Это реально означает, что у всех х из А третья переменная равна нулю, а у всех у из Б третья переменная равна единице. Но это означает, что тройка – качественный ответ, правильный ответ на прямоугольнике А, но Б. То есть во всех листах то, что здесь написано, а мы как раз скопировали номера, которые тут были, сюда, это правильный ответ. Ну чего, понятно это? Но это в одну сторону только. Да, понятно. А, ну, у меня осталось всего пять минут. Значит, я вот думаю, что здесь проще. Проще, наверное. А не пытаться сейчас в обратную сторону доказать, а объяснить, что происходит в этом же преобразовании для второй теоремы. Вот представим себе, что мы доказываем теперь первое для всех функций. В ту же самую сторону. То есть мы формулу, вычисляющую функцию, хотим преобразовать в протокол. Значит, как мы это делаем? Мы делаем точно так же. При этом в формуле уже у нас могли быть некоторые отрицания в некоторых местах. Ну, вот здесь могло быть, скажем, отрицание. А в протоколе, когда мы преобразуем, это отрицание у нас просто пропадет. Информация об отрицании не сохранится. У нас как была тройка, так и останется. То есть преобразование в точности то же самое. Но э, теперь э, мы должны доказывать немножко другое. Мы должны доказывать, не, что вот когда мы пришли в лист, не то что э, э, на, все, на всем прямоугольнике, соответствующем листу, у Алисы соответствующая переменная ноль, а у Боба единица, а лишь только что они разные. Потому что коммуникационная задача теперь более слабая. Алиса и Боб должны просто найти переменную, которая у них различна. Поэтому дерево мы строим точно так же. Оно будет сохранять тот же самый инвариант в точности. И когда мы дойдем до ли листьев, то там будет в точности то же самое, за исключением того, что теперь не будет верно, ну, вот для листов мы раньше говорили что z3, на, суженное на A равно нулю, а z3, суженное на b, равно единице. Но теперь возможен еще другой случай, что э, соответствующая функция, она не z3, а отрицание z3. И если она отрицание z3, то получится, что отрицание z3, суженное на A это 0, а отрицание z3, суженное на b, единица. Это означает реально, то третий бит у всех алисиных кодов наоборот единичный, а третий бит у всех кодов Боба наоборот нулевой. То есть все равно это ответ правильный, но различие уже другое. Не, не у Алисы и ты бит ноль, а у Боба единица, а наоборот у Алисы и ты бит единица, а у Боба ноль. Вот и все различие. То есть вот доказательство один в эту сторону почти такое же. То есть Дерево протокола в точности такое же. Ну просто даже сам протокол такое же. Вот. А, а доказательство просто, что он корректный, ну чуть-чуть другое. А именно инвариант мы тот же самый проверяем. И только для, ли, для листьев доказательство чуть-чуть изменяется. Вот и все. То есть мы доказали оба пункта 1 и 2, но только в одну сторону. А в другую сторону, вот значит, у нас в четверг, послезавтра. Ну, есть ли какие-нибудь вопросы? Тогда все. До свидания. До четверга. До свидания. До свидания.